Эй, hey, ребятки, всем здорова, с вами Нойсмузи. Сегодня у нас самые настоящие рандомные приключения, я считаю. Почему самые настоящие рандомные приключения? А первые видите у себя на глазах. Ну, сначала воздух тут. Вот тут. Который, я не знаю, что он значит. Ну, вот тут вы видите воздух. Я не знаю, что это значит. А, знаю, что это значит. Это у меня Ваила стоит. Ладно, допустим. Так. Lucky Flower. Каким цветком вы станете? Я не знаю, что это значит. Хорошо, у нас, по идее, столько модов. Я сейчас даже, если смогу, то покажу. Не смогу, не покажу. Хорошо. В общем, у нас миллиард лаки-блоков. Все виды лаки-блоков у нас есть. Вот, собственно. А, ну вот, собственно. Добро пожаловать в первый мод. Ладно, в третий мод. Рандомные. Рандомный шанс выпадения. Вот, собственно. Поэтому это самое настоящее рандомное приключение. Я понимаю, что я несу, по сути, свой бред, который никому не нужен и никому не понятен, собственно, как и мне, когда я монтирую. Но вы должны понимать, что я никогда до этого так много не говорил в роликах. Тем не менее, вы не знаете, сколько у меня вот на закадровых голосах... на закадровых голосах проблем, ошибок и перезаписей. Собственно, это одна из них. Вот я разговаривать не умею. Что поделать? Ну, я человек. Вот, собственно, здравствуйте. Поэтому я предлагаю не проходить Майнкрафт. Вот у меня 40 лаки блоков. Год, лаки блок красный, такой обычный. Обычного тут нет, походу. А, нет, вот обычный. Почему-то он красным стал. Ладно. Я предлагаю поискать лаки блоки, потому что кроме лаки блоков я вижу, тут ничего я не сделаю. Что все остальное рандомно выпадает. Что это за блок? Я впервые вижу этот блок. Стекла. О! Мы, походу, нашли первый лаки блок. Я вас обрадую. Давайте перекроем тут воду немножко. Отсюда мы ее не перекроем. Так. Ну, типа, отталкивает вашего врага на 30 блоков вверх. Спасибо. О. Гранит. Кирпич. Так, я знаю, что это не мой враг, но надеюсь. О! Куда он улетел, я не понял. Ладно. Ты кто? Магичер Зоубертыщ. Не знаю, что это такое вообще. У-у-у-у! Пистоль. А из какого-то мода? Что ты делаешь, Кос? Как из него можно вообще железный нагрудник скрафтить? Ладно. У меня 122 левел, я только сейчас заметил. Ой, господи. Понял. Не понял. Ну ладно. Вернись. Вернись. Рунен металл. Не, этим он не стреляет. Что с тобой можно вообще делать? О! Из 8 может 9 железа.
В принципе, неплохо. О, еще больше железа. И пистоль. Ладно, мы этот пистоль выкинем. Он нам не пригодится. Я вообще, по-моему, только сделал, чтобы из мух выпадали рандомные, рандомный лут. А не из всего подряд, что я увижу. Lucky Flower, я вообще не понимаю, что это значит. Ну, встал он, ничего не знает, что это значит. Еще один пистолет. Ой, господи. А, подожди, тут там такой был. Оставим. О! О! Сы! Сы! На 32 урона, слушайте, неплохо, неплохо. О! Нифига звуки. Отстреляем так дракона. Если когда-нибудь до него доберемся. Но, видимо, мы не доберемся. Если, кстати, качество видеоролика плохое, я не виноват. Ну, это так, к слову, просто. Что было? Я не виноват, и на этом все. Остальное ничего вы не докажете. Ну, вот это я, познакомьтесь. Братан. Он что, тут всегда будет лежать теперь? Куда я стреляю вообще? А почему я назад стреляю? Ну, слушай, неплохо. Динамит и базука. Черт. Это имеет очень много урона. А! Залагало! Ладно. Еще один пистик. Я это в Незере буду использовать. Так, мне нужен час записи. Что мы успеем сделать за час, то войдет в первую серию. Остальное не обещаю. Ё-моё, он тут все подорвал. Крафты тут, по-моему, не рандомные, я надеюсь. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Крафты тут тоже рандомные, я не знаю, что делать. Мне смысл от выпадения сейчас алмазов ничего не имеет. Я теперь понял, почему из этого рунметалла можно сделать железный слиток с крафтом нагрудника. Потому что крафты тут тоже все рандомные. К сожалению. Что я могу сделать? Если у меня верстак когда-нибудь в жизни появится вообще. Как вообще верстак делается? Понятно, мы этот верстак не сделаем. Верстак крафтится в верстаке. Что может быть лучше? А теперь я отсюда выйти не могу, кстати. Алло! Дайте выйти. Алло, выйти дайте. Эй, здравствуйте. Я застрял, наверное. Как отсюда выйти? Как выйти? Выйти, выйти, надо выйти, выйди. Меня стреляют, ну выйди. Ну стреляют. Ну выйди. Ну стреляют. Ну алло. Ну скелет пришел, как отсюда выйти? Выйти хочу.
Я не вычел. А, кстати, на мобах тоже рандомный эффект. Это либо ночное зрение, подводное дыхание, либо просто эффект несоздаваемое зелье. Что-то из этого вообще. Я знаю, я шарю, не спортсмен. О! Золотой сундук! Один раз поставим, больше не подберем. А я забыл, куда бежать, кстати. Где я сдох вообще? Я вейпоинт удалил, я тупой. Где я умер? А-а-а, паук с огнестойкостью. Да где я сдох? Ну где? Я чую, что я где-то рядом. Чувствую этот запах вони. Ладно, видимо, я это место не найду уже в этом сборе говна и хлама. Я уйду отсюда, пока у меня Майнкрафт не сгорел. Ну, Майнкрафт не сгорит, понятное дело, у меня сгорит комп быстрее. Но все-таки. О, нашел. Ну эта базука чисто всех уничтожить, я понял. А еда как-нибудь крафтится вообще? Там свинина, не знаю. Ага, картофель пережарить. А, в коптильне все нормально. А как потом картошку, как вообще картошку получить? Не, я бы не знаю. А я. Слушай, эта штука довольно неплохая. У меня 1 000 000 000 выстрелов. Чары тут. Жареная курица, понятно. Все с вами ясно, неадекваты. О! Куб! Ура! Короче, его надо подбросить, выбить шестерку, потом тут все взорвется. Да, вы правильно поняли, я не знаю, о чем речь. Я знаю, что этот мод называется Шанс Кьюб. Или... Ну вот, собственно. Пошел вон. Не спорь со мной, у меня пистолет. Вау! Деревню вижу. Подожди, может это есть? Нет, я не знаю, что это вообще. Зачем это вообще добавили? Еловый лес. Болоте. Камнерез. Тут, по-моему, кузница должна заспавниться. Она всегда здесь спавнится. Так, здесь надо кровать теперь найти. Если найду кровать, я буду просто мастер. Да, одну проигнорировал, вторую... Ну, с кем не бывает. А что здесь за верх тогда? Что тут сверху вообще? От меня пытались это скрыть. Не рекомендуется для открытия на вашей базе. Из алмазов можно скрывать. О, динамит морозный. What the fuck is going on? Как мне палки выбить? Быстро мне инструкцию по выбиванию палочек. Ладно, эти алмазы пусть остаются, а это здесь откроем. Эндер кристалл. Не подходи ко мне. Красная шерсть. Ничего не выпало. Черная шерсть. Не крафтится. Горшок. Вагонетка с X-Ray динамита. Поставить не могу. Нет, тут, по-моему, не защита, мне больше взрывоустойчивость понадобится такими лаки-блоками. Не спорь со мной, у меня пистолет. Эй, Макария, Макар... не та песня, да, ну ладно. О, еда! Ей!
Когда эта песня прекратится? Я как будто в старые игры играю, не знаю, из 90-х, какой-нибудь Sonic. Но Sonic под такую песню не играется, я знаю. Ощущаю себя суперпутешественником. Защита 3. Тут лут, походу, из эндер-сундуков. Ну, не эндер-сундуков, из города края. Ну, слушайте, меня все устраивает. Беги, тупой! Ну, собственно, я же говорил, у меня взрывоустойчивость больше, чем защита нужна. О, ледоход. Под эту песню идеально подходит. Ладно, музыку на монтаже можно не вставлять. Не согласен. Хорошо, у нас была ничья. Я мог получить 500 алмазов. А интересно, что бы было, если бы он выиграл? У меня нет 500 алмазов. Он мне, наверное, все бы тут взорвал. Я уверен. О, черепашки. С вас нужно выбить какой-то лут. Выпало! Выпало! Что тут выпало? Я что-то нашел. I found something. Something beautiful. Конечно же, я вам показывать не буду. Я покажу в следующей серии. А пока давай разломаем этот Lucky Block и закончим серию. Это не Lucky Block, это золотой блок. Я не знаю, как он здесь еще оказался. Что происходит? Почему здесь Lucky Lucky спавн? Ой, золотые Lucky спавн. Пошел вон, все, я нашел. Трезубец по башке прилетел. Кто посмел? Как он это сделал? Ну что ж, ребята, искренне вам хочу сказать спасибо за то, что досмотрели данный видеоролик. Собственно, как я говорил, я запинаюсь всегда, но это не удивительно. Собственно, вы досмотрели 19-минутный видеоролик на моем канале, это значит, что вам понравилось. Поэтому не забудьте поставить лайк, посоветовать друзьям, может кому-то еще понравится. Правильно? Правильно. Вам лучше, мне лучше. Ну, вам нифига не лучше, но мне лучше точно. Поэтому помогите человеку. Что ж, всем спасибо за просмотр, за подписки и лайки. До новых встреч. Всем пока. Напишите хоть один комментарий, пожалуйста, под моим роликом, я буду счастлив. Все. А я пошел. Скоро ждите новые серии. Надеюсь, они будут меньшей длины. Раз, два, три. Надеюсь, они будут меньше длины. Поэтому все. Я пошел. Всем пока. Удачи. Спасибо, что посмотрели.